Всем привет! Сегодня я вам расскажу одну историю, как меня изнасиловали в машине собаки. Именно поэтому я стал вести канал на ютубе. Если вам стало очень-очень интересно, можете переходить на мой канал. Там выходит не только ценный контент, но и 2, а то и 3 видео в секунду. А нарезки-то не простые, а золотые, смешные, по хоррор-играм и не только. Переходи, ссылка в описании. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да ебало, срок!